своего партнера не поймал на силовой прием, потому что от него очень технично ушел защитник «Динамо». А сейчас а момент и гол! Крылья Советов открывают счет. И это делает подключившийся к атаке защитник Владимир Корянин. Отличную передачу ему давал Евгений Погонченков. Одного абсолютно оставили Корягина. И, пожалуйста, уже в самом начале игры отличаются хоккеисты Крыльев. Ну а для Корягина...